Дождь и слякоть не помеха. Самарские любители гонок собрались на финальный этап открытого чемпионата Самарской области по ралли-рейдам «Самарский рубеж». Заезды прошли на поле около села Малая Каменка в Красноярском районе. Традиционно гонщиков поделили на два класса – рейд и спорт. В первом классе участвуют обычные автомобили, которые каждый день ездят по самарским дорогам. Класс «спорт» – для специально подготовленных машин с каркасом безопасности. Протяженность одного круга – 29 километров. Задача каждого экипажа – проехать за 4 часа как можно больше кругов. Интрига последнего этапа в системе подсчета очков, и лидером мог стать тот, кому до сих пор не везло. Может произойти все, что угодно. Человек, может быть, два раза приехал, но уже может попасть в призы. Первый старт был дан в 10:30. Экипажи уходили в гонку друг за другом с интервалом в одну минуту. Казалось бы, ничего сложного в такой гонке нет. На деле же надо не только обладать особенными навыками вождения, но и уметь ориентироваться на местности, рассчитывать время и правильную траекторию прохождения поворотов. К тому же надо учитывать погодные условия и состояние трассы. Из-за дождей она превратилась в месиво, которое притормозило многих участников. Не говоря уж о том, что на финише определить родной цвет машин было практически невозможно. Да и к финишу добрались не все. Некоторым участникам, застрявшим в грязи, заблудившимся или остановившимся из-за неисправностей, понадобилась помощь организаторов. Но, несмотря на сложность и непредсказуемость трассы, участники остались довольны. Любой результат – это хорошо. Один круг проехали, уже отлично. За 4 часа один круг – это нормально. После подсчета результатов последнего этапа стали известны победители чемпионата по ралли-рейдам этого года. В классе рейд победителем сезона стал экипаж Дмитрия и Сергея Переверзевых. В классе спорт победил экипаж Дмитрия Милакумова и Артема Садыкова. В следующий раз участники соберутся уже весной. Обычно первый этап ралли-рейда «Самарский рубеж» стартует в первых числах мая. Андрей Трой, Алексей Душкин, Валентина Уржумова. События.